Всем добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот подборщик кемпер P3002. Абсолютно новый, не использовался. Он подключался к комбайну только для перемещения на территории завода. Не более того. Я специально сделал отдельно фотографию крепления. Посмотрите, пожалуйста, к какому комбайну может подойти данный, соответственно, кемпер. Я специально сделал отдельно фотографию, как выходит привод, чтобы вы смогли принять решение, нужен он вам, подходит ли он вам или не подходит. Значит, 2016 года, обращаю, техника не отжатая, техника находится на заводе. С нее рисовали, соответственно, подборщики уже дальше, конструктора Россельмаша. Абсолютно новая, без использования. Максимум, что делали, это катали по территории завода. Все. Кому необходимо, звоните. Мы готовы все это реализовать. Но еще раз повторяю, обратите внимание, для какого комбайна это подходит. То есть мне менеджер сообщить не смог, реально не знают. Вот, я смотрю, судя по креплениям, он может подойти либо к Джонику, либо могу ошибаться. Вот, но здесь их катает максимум там акросами, там торумами, да, то, что есть на заводе.